Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Долг по штрафам за нарушение ПДД более 20 тысяч рублей, долг в 14,5 тысяч. Таких водителей сотрудники госавтоинспекции выявили в Кирове в первой половине марта. В январе и феврале, по данным управления ГИБДД, к ответственности за несвоевременную оплату штрафов были привлечены почти 700 водителей. Большинство из них отделались взысканием в двойном размере. 55 граждан отправились под арест, более 60 на обязательные работы. Трасса 101. МВД просит ускорить обсуждение поправок в законодательство, которые наделяют инспекторов ДПС новыми полномочиями по проверке водителей на алкоголь и наркотики. Делаться это будет с помощью некоего прибора, который выявляет факт опьянения бесконтактным способом. Больших подробностей об аппарате нет. При таком освидетельствовании не потребуются понятые, составление протокола или видеосъемка. Трасса 101. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, увеличивающий стоимость полиса ОСАГО для хронических нарушителей ПДД. К таким нарушениям относятся проезд на красный, превышение скорости более чем на 60 км в час, выезд на встречку. Причем это должно быть зафиксировано не камерой, а сотрудником ДПС. Максимальный ценник автогражданки при этом не может быть выше базовых значений более чем в 3 раза. Трасса 101. В скором времени на дорогах страны хотят внедрить иной знак для предупреждения водителей о находящихся впереди камерах фиксации нарушений. Чем власти не устраивает существующая табличка фото-видеофиксации, непонятно. Новый знак вне населенных пунктов будет размещаться за 150-300 метров до начала контролируемой комплексом зоны. А вот с населенными пунктами интересно. Достаточно будет установить знак на въезде в него. Трасса 101. Появились очередные прогнозы по поводу роста стоимости новых автомобилей из-за падения курса рубля. Премиальный сегмент якобы в ближайшее время ждет прибавка в 20%, а массовый – в 10%. Говорят эксперты и о неминуемом росте цен на запчасти и шины. Насколько и когда подорожают последние, пока не ясно. Но специалисты дают совет тем, кто планирует приобрести новую зимнюю резину к следующему сезону. Выгоднее сделать это сейчас. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.